Great Point Media и Lighthouse Pictures представляют. Совместно с Sapphire Fire Limited. 14 октября 1997 года. Нужно подкрепление на Бриар Роуд 166. Ситуация в самом разгаре. Код 187. Преступник здесь. Повторяю, преступник здесь. Есть кто? Кто там в подвале? Я помощник шерифа.
знаете, где стоите, слышите меня? Вы не оставляете мне выбора, я выстрелю! Что бы там ни было, мы можем все уладить! Успокойтесь! Успокойтесь! Нет, нет, вы не понимаете! Надо уходить сейчас же! Ну что? Мать, отец и двое детей исчезли, и никаких следов. Она что-то сказала? Нет, она в плохом состоянии. Я с ней в школе вместе учился. Была здесь домработницей, с детьми иногда сидела. Вся кровь на этой девушке не ее. Не ее? А чья же? Я не знаю. Это ваша работа. Жуть какая-то. Что же здесь произошло? Я не знаю, босс. Он уже висел, когда я зашел в дом. Эй! А ну пошел вон отсюда! Так, сэр, уходите. Подождите. Отцепите все. Никого не пускать, пока не выясним, что произошло с этой семьей. 17 лет спустя. В фильме снимались Джо Дель Ферланд, Нил Макдонов, Паскаль Хаттон, Сани Сулджик, Лаклин Монро, Шанель Пелоза, Ракея Бернард и другие. Композитор Мэтью Роджерс. Художник Рик Уитфилд. Оператор Эрик Голдштейн. Продюсер Джейми Горинг. Авторы сюжета – Шелдон Уилсон, Джеффри Скотт Симмонс. Автор сценария и режиссер – Шелдон Уилсон. Призрак дома Бриар. Хорошо, хоть свет есть. Простите, что спрашиваю. Вы уверены, что хотите здесь жить? Это место стрёмное. Я ценю вашу заботу, мистер Уокер, но я уверена, что все будет хорошо.
у нас все будет хорошо. Правда, Эдриан? Идем. Не волнуйся. Через пару дней здесь будет уютно. Эй, никаких гуляний. У нас много дел. Простите, я не думала, что дом так далеко от города. Я полчаса пыталась найти, как сюда подъехать. Простите меня, пожалуйста. Ничего, мы сами только подъехали. О. Так, так, так. Фух. Ну ладно, простите. Сегодня никаких прогулок. Зайка, все нормально? Кошмарный сон приснился. Проснулась? Только что. Тусанем? Родители уехали. Не могу. Надо в детсад. Встретимся после. Ок. Жутковатый сон был, да? Не помню, когда в последний раз тебе снились кошмары. Они еще не звонили? Нет, не звонили пока. Но Джим сказал, комбинат получил большой заказ, и я им скоро снова понадоблюсь. 2 месяца прошло. Да, я знаю, но зато мы можем много времени проводить вместе, верно? Да. Доброе утро, Анджела. О, доброе утро, Руби. Есть минутка? Да. А все нормально? Да, все хорошо. У вас непростой период. Твой отец сидит без работы. Да. Если тебе интересно, есть работа, но не полный день. Сидеть с 9-летним мальчиком. Какие там условия, не знаю, но, похоже, матери нужна лишняя пара рук. Но это же... Я знаю. Но ведь работы сейчас мало, особенно в наших краях, а деньги хорошие. Я должна идти. Я сегодня не нужна? Ты нам всегда нужна, милая. Но лучше съезди к ним, обсуди условия работы. Вдруг понравится. Спасибо. Потом мне расскажешь. Забыла? Да не парься ты, я далеко не ухожу. Блин, я офигею. Зачем ты тусуешься с этими придурками? Ты ведь знаешь, чем Лютер занимается.
Это баловство, ничего серьезного. А я другое слышала. Бенди, давай тащи сюда свою подружку, устроим групповушку. Размечтался. Ты ведь написала, у тебя сегодня детсад. А я оттуда. Миссис Харрис, одна из воспитательниц, устроила мне собеседование. Где-то здесь? С кем? У... Что? Это секретная информация? Нет, нужно сидеть с ребенком в доме Бриар. Ну, конечно. Я сейчас еду туда. Ни один нормальный человек не станет там жить после того, что было. Но это было давным-давно, и никто не знает, что там произошло. Там вся семья пропала, исчезла. Телек работал, тачка возле дома, еда на столе. И ничего в этом хорошего нет. Не езди туда, Энджи. Они хорошо платят. А у меня отец без работы. Энджела, пожалуйста. Давай я поеду с тобой. Это что сейчас было? Не смей меня трогать, слышишь? Я же говорила, я не по этому делу. Ты дрянь. Ты круто облажалась! Это было сексуально, Бенди. Да, еще как. Заткнулись, дебилы! Чё за дела, Бенди? Да у нее с головой проблемы. Любовные записочки? Это адрес. Ее туда на работу берут. На работу в доме Бриар? Туда кто-то переехал. Мы только что оттуда. Никто там не живет. Заткни пасть! И к кому она там намылилась? С чего такой интерес? Она сказала, к кому едет. Ты мне делаешь кому больно! Кому она едет, Пенди? Я не знаю! Типа с ребенком надо сидеть! Садись в машину. Съездим, посмотрим. Извините. Чего нужно? У вас тут все в порядке? Здрасте. Миссис Харрис из детского сада сказала, что вам, возможно, нужна помощь. Вы должно быть Энджела. Спасибо вам огромное, что приехали. Как там подвальные окна, мистер Уокер? Их сильно раздолбали. Дети, наверное. Надо новые ставить. Или вы хотите, чтобы я заделал их на время фанерой? Как вам удобней. Ладно. Жутковатый тип, но других мастеров не удалось заманить сюда. Жутковато, это еще мягко сказано. Идем. Я познакомлю тебя с Эдрином. Миссис Харрис сказала, что ты отлично ладишь с детьми. Но Эдрин не обычный 9-летний мальчик. Простите, я всю свою жизнь слышу разные истории об этом доме и не думала, что окажусь внутри. Как
Какие истории? Да так, ерунда, глупости всякие. Нет, правда, расскажи. Мне интересно. Когда мы его покупали, нам сказали, что банк выгнал прежних владельцев за неуплату. Это логично, я уверена, что все так и было. Но на самом деле все думают иначе. Местные много чего думают, но никто не знает наверняка. Отдыхаем, значит, а до полудня еще далеко. Не все могут, как ты, Порша. Она говорит правду, верно? Порша, это Энджела. Она будет помогать мне с Эдрианом, когда сможет. Очень приятно. Взаимно. Может быть, вы окажете мне честь, отнесете? Это его любимое. Конечно, спасибо. Идем. Прежде чем мы войдем, ты должна знать. Мой сын перестал говорить 2 года назад, после смерти моего мужа. Словно внутри него что-то умерло в тот момент. Врачи не помогли, и я решила, что переезд за город пойдет ему на пользу. Это хорошая мысль. Да, переехать в дом, в котором ремонтник и шагу ступить боится. Что? Может быть, это не так уж и плохо? Может и так. Эдриан. Он любит прятаться. Выходи, выходи. Где ты там? Эдриан. Ты здесь? Эдриан. Мы тебя найдем. Эдриан? Эдриан? Эдриан, я тебя найду. Кыш, кыш, уходи! Похоже, кот идет в нагрузку к дому. Что тут у вас случилось? Эдриан опять прячется. Ты не поищешь его внизу? Да, конечно. И я помогу ей. Матерью играй в молчанку, а со мной будешь говорить как миленький. А? Что тебе здесь нужно? Говори, пацан! Мистер Уокер! Я нашла Эдриана, миссис Питерсон! Миссис Питерсон! О, Господи, что случилось? Я... заметил, что он хочет отправиться в лес. Он упал, когда убегал от меня. О, Эдриан, что, о чем ты только думал? Ты же знаешь, что нельзя уходить из дома. Миссис Питерсон, я... Прости, Энджела. Давай завтра все начнем заново. Эдриан сегодня переволновался. Нам с тобой надо пообщаться, а? Что я говорила? Они больные на всю голову.
Не знают, что там случилось? Никто не знает, что там случилось. Ага, прежние хозяева сами свалили отсюда, бросив тачку и все свое барахло. Я слышал, они зарыли трупы под домом. И копы их до сих пор не нашли? И куда же они делись? Они исчезли, чувак. Этот дом их забрал. Хватит, заткнитесь. О, что будем делать? Ничего. Ничего? Он же все найдет. Сейчас уже ничего не поделаешь. О чем это вы? Валим отсюда. Идиотизм. О чем вы говорили? Да фигня, не бери в голову. Пойдем. Ладно, я скажу тебе, хорошо, но не здесь и не сейчас. Идем. Спецом переезжает в такую задницу, как наш город. И в такой дом. Неважно, почему они переехали. Главное, у нас серьезные проблемы. Лютер, или ты мне скажешь, в чем дело, как обещал, или я сваливаю. Не думаю, что ты хочешь это знать, Пенди. Рассказывай. Что сказано, то сказано. Уже не воротишь назад. Ладно. А если тебе придется свои ручонки замарать, не боишься? Да говори уже! Мы сделали себе тайник в том доме. В подвале. Думали, там копы точно искать не станут. А в тайнике наркота, что ли? Неважно. Главное, нам надо все это забрать. А тот мужик в лесу? Он тут при чем? Родни не смог бы войти в этот дом без какого-то подношения. Знаешь что? Ты прав. Я не хочу знать. Точка невозврата пройдена. Ты в деле, как ты и хотела. Не волнуйся, это только собаки и кошки. Нам же надо задобрить то, что живет в этом доме. И что теперь? Завтра мы пойдем и заберем наши вещи. А как же новые жильцы? Есть идея получше? Да. Есть идея получше. Thank you.
прости за сегодняшнее. Мы можем поговорить. Смотрю, ты вовремя, несмотря на весь этот переполох. А в чем дело? Кого они ищут? Да вот мистера Уокера. Я не видела его после вчерашнего происшествия с Эдрианом. Но утром его грузовик был еще здесь, и... И что с ним? Я не знаю. Полицейские начали поиски, как только приехали. Сейчас я тут закончу и отведу тебя к Эдриану. Ты произвела на него впечатление. Он ждет тебя, не дождется. Его передвинули. Ну, не само же оно переползло. Здесь есть какие-то следы, но они обрываются. Дальше их нигде нет. Кровь на камне свежая, день от силы. Да? Откуда она здесь взялась? Собачка-то сдохла гораздо раньше. Может, другой зверь? Возможно. Вызывай сюда Чемберс, пусть глянет. Скажи ей, результаты мне нужны срочно, а не где-нибудь через месяц. Давай. Позвольте. Привет, Эдриан. Думаю, формально мы еще не знакомы. Так вот, я слышала, что Порша приготовила сэндвичи с джемом. Твои любимые. С ума сойти. Я ведь их тоже обожаю. Пойдем? Поедим? Ну, нифига себе. Так, Эдриан, пойдем-ка сперва приберемся в кухне. Угу. Все хорошо, Эдриан. Мы поиграем, когда ты закончишь. Будет весело. Спасибо, мэм. Мисс? Вы и ваши сотрудники были страшно заняты. Пожалуйста, скажите, что волноваться не о чем. Мы и так и не нашли Уокера. Ну, это же хорошо, верно? Мы тоже так считаем. Правда, мы нашли фляжку, а он, как известно, любил выпить. На что вы намекаете? Думаете, он ушел за гул? Тогда почему он не забрал машину? Ну, мы считаем, его спугнули. Что же его спугнуло? Мэм, подобные дома с историей привлекают определенные элементы. Какого типа элементы? Нет, говорите, пожалуйста, раз уж вы начали. Ладно. В лесу рядом с домом мы нашли несколько мертвых животных. По-видимому, их убили во время некоего ритуала. В смысле... Принесли в жертву? Похоже, что так и есть, мэм, да.
Но как бы серьезно это ни звучало, вероятно, это просто ребятишки. Вам ничто не угрожает. Откуда такая уверенность? Такое здесь происходит время от времени все последние 17 лет. Но, как я и сказал, этим занимаются детишки, которые страшно боятся, что их вычислят. А теперь, когда в доме живут, я уверен, вы их больше не увидите. Шериф, прием. Извините. Слушаю. Мы тут нашли свежие следы где-то в 15 метрах от качелей. Похоже, они ведут к Бриар Роуд. Сейчас буду. Еще немного, и мы от вас отстанем. Если что-то увидите или услышите, мы будем через 10 минут. Спасибо. Ты совсем не обязана здесь оставаться. Я обещала Эдриану, что поиграю с ним и не могу нарушить слово, верно? А ты точно хочешь остаться? Не волнуйтесь, занимайтесь своими делами. К тому же половина полиции города здесь. Все будет нормально. Я съезжу, отвезу эти вещи на благотворительность, а потом за продуктами. Я ненадолго. Да, давайте. Тебя нам Бог послал, Энджела. Спасибо. Эдриан, я обещала тебе, что мы с тобой поиграем сегодня. Значит. Я оставляю себе? Вот бы знать, как в эту игру играть, да? Хороший бросок, Эдриан. Не волнуйся, я достану. Это твоя мама заперла дверь? Я его дальше затолкала.
Похоже, мы с тобой остались дома одни. Извини, прости, Адриан, я не хотела тебя напугать. Кто здесь? Это я, Николась! Это я! Что ты здесь делаешь? Дверь была открыта. Я слышала, как разбилась тарелка. Подумала, что ты здесь. Слушай, тут жутковато. Ты не ответила на мой вопрос. А ты на мои смски. Я пришла извиниться. Уходи сейчас же, Пенди! Слушай, прости меня! Пожалуйста, я идиотка! Я запаниковала! Это было глупо. Уходи, пока хозяйка не вернулась домой. Не уйду, пока ты меня не простишь. Только скажи, что мне сделать, чтобы загладить вину. Если хочешь все загладить, то уйдешь прямо сейчас. Уходи сейчас же! Эдриан? Эдриан! Эдриан, выходи оттуда, пожалуйста. Я не знаю, как ты туда попал, но... Не прячься. Все в порядке. Эдриан, пожалуйста.
Я в доме. Нашла подвал. Спускаюсь. Смотри, чтоб все забрала. Постараюсь тебя не разочаровать. Эдриан, почти час прошел, пора уже выходить. Твоя мама скоро придет, мы же не хотим ее расстраивать. Эдриан, ответь мне, пожалуйста, с тобой все в порядке? Это время был под кроватью? Но если ты здесь... Эдриан! Эдриан, помоги мне! Пожалуйста! Эдриан! Нам надо уходить отсюда! Эдриан! Здесь кто-то есть. В шкафу, в спальне. Что вы делаете? Уведи Эдриана и вызови полицию. Это может быть опасно. Если кто-то здесь есть, вы об этом пожалеете. Думаете, что я сумасшедшая? Конечно, нет. Ты просто немного напугана, вот и все. Я уверена, этому есть логическое объяснение. Нервишки шалят. Подумаешь. Еще не выходила? Нет. Мать вернулась пару минут назад, а так все тихо. Лютер взбесится. Come on.
Давай мы тебя подбросим. Не понял, блин. Я тебе помощь предлагаю. А ты что, не можешь из вежливости даже ответить мне? Не нужно меня подвозить, козел. Чего вы хотите? Это Пенди вас подговорила? Нет. Странно, что ты о ней заговорила. А ты с ней не виделась сегодня? Случайно. Слушай, ты все совсем не так понял. Да мне насрать, что между вами двумя происходит, ясно? Я хочу знать, видела ли ты ее сегодня. Она зашла в дом, где я работаю, минут на пять. И? Что, и это все? Она ушла. Так и знал, что она очканет. Заткнись, тебя никто не спрашивал. Только вякни что-нибудь. Ну надо же. Лютер, Логан и Родни. Какой сюрприз. У вас все в порядке? Мы тут предложили Энджеле подвезти ее домой. Это действительно так? Типа того. Ха. Иди к моей машине. Давай. Мне сегодня поступил звонок от новой владелицы дома Бриар. Похоже, к ним кто-то забрался. Вы ведь ничего об этом не знаете? Нет, конечно. Надо мозгов не иметь, чтобы туда забраться. Насколько я помню, у тебя до сих пор права просрочены, верно, Лютер? Значит, проведешь ночь в камере. Не надо дергаться, сынок. Это не вариант. Плевать. Ага. Ты ведь сама доедешь домой, да? Да, сэр. Руки. Так. Ну а вас, ребята, я больше не хочу видеть рядом с домом Бриар. И не смейте трогать эту девочку. Вам все ясно? Да, сэр. А машину Лютера отгоните в город. Садись. Почему ты не подходишь к телефону? Я ехала на велике. Доченька, детский сад в 5 минутах езды, и они закрылись 1,5 часа назад. Зайчонок, ты что-то не договариваешь. Только не злись, ладно? Ты начала где-то подрабатывать. Ты сказал, что не будешь злиться. Нет, ты попросила меня не злиться, а я не говорил, что не буду. Это всего лишь подработка, ничего серьезного. И что это за подработка у тебя? Я присматриваю за одним мальчиком. Он перестал говорить после смерти отца, поэтому ему нужно больше внимания. Что ж, наверное, ты с пользой провела время. Ну а где эти люди живут? Это те, кто переехал в дом на Бриар. Я не понял. Ты была в том доме? Да. Ты больше не будешь там работать, чтобы ноги твоей в этом доме больше не было. Пап, это просто сказки. Ты уволишься, ты поняла меня? Я тебе запрещаю ходить в этот дом, тебе ясно? Да что за глупости? Ты не будешь иметь ничего общего ни с этим домом, ни с теми, кто там живет. Это не обсуждается. Ладно.
Исчезновение в Ирвинге на Бриар Роуд в 1997 году. Поиск. Загадка остается нераскрытой на протяжении многих лет. Дом на Бриар Роуд пустует. Местные утверждают, что там обитают призраки. Тела не найдены. Полиция ищет пропавшую семью. Даже оно подевалось. Энди? Прекрати, это не смешно. Не знаю, что за игру ты затеяла, но я не хочу в нее играть. Здравствуйте, миссис Харрис. Это Энджела. Я могла бы сегодня прийти в садик. Ты отказалась от работы у миссис Питерсон? Нет, просто у нас как-то не сложилось. Ой, как жалко. Знаешь,
Миссис Питерсон просила ей дать именно тебя и была очень настойчива. Она назвала меня по имени? Сказала, что хочет нанять исключительно тебя. Анджела? Простите, миссис Харрис, я сейчас поняла, что опаздываю на работу. Анджела? Двигайся, я поведу. Длинная ночка? Ну что, вы нашли Пенди? Мы искали, братан. Ее нигде нет, правда? Этого не может быть. Где-то же она есть. Предков ее спрашивали? Они уехали. Мы ждали возле ее дома, она не появилась. Ни звонков, ни смс, ничего? Мы ей отправили миллион сообщений. Та девка сказала же вчера. Пенди побыла там всего 5 минут и свалила. Ничего не сделала, а теперь боится нос высунуть. Нам-то что делать? Пришли. Я думал, мы пойдем в дом Бриар. Ну что, мужики, разбирайте. Где вы это взяли? Заныкали на всякий пожарный. Слушайте, парни, знаете, я не против убить собаку или кошку. Я совсем не против залезть в этот дом и забрать то, что вам надо, но... Но я не стану убивать никого из людей. Слушай сюда. У меня в том доме товара на 20 кусков! Я отвечаю перед людьми, которые серьезно относятся к своему баблу! И если я не толкну этот товар и не отобью бабки... Как думаешь, кого они станут искать? Тебя? Нас. Ну ладно. Ясно. Вы же видели, копы вчера там все перерыли. Поэтому нельзя оставлять свидетелей. Порше сегодня нет, и я подумала, что это, и передумала приходить. Все в порядке? Откуда вы знали мое имя, когда звонили? Я не поняла. Звонили в детский сад. Миссис Харрис сказала, вы заявили ей, что хотели бы взять на работу исключительно меня. Что ж, я тут народ поспрашивала, поговорила с другими родителями, и все рекомендовали тебя. А как еще было узнать? Я прошу прощения, это показалось мне немного... Странным? Да, похоже, в этих краях странности в порядке вещей. Да, да, наверное. Мне неловко тебе это говорить, особенно после вчерашнего. Но мне надо найти замену Порше, а никто не горит желанием работать здесь. Конечно, занимайтесь своими делами, я справлюсь. Точно? Ну, с вами же здесь ничего не произошло. И со мной ничего не случится за пару часов. Ты наша спасительница. Ты это знаешь. О, Эдриан сейчас спит, но он будет счастлив увидеть тебя, когда проснется.
оставьте сообщение. Пап, это я. Я сделала глупость. Ты на меня разозлишься. Но я сейчас в доме Бриар. И это просто... О, нет! Они ушли. Им сюда не пробраться. Я их не видел, но ее слышал. Логан, оставайся в кухне. Сторожи дверь. Увидишь их, стреляй. Они не должны выйти отсюда. Все ясно? Да. А я пока заберу товар. Что за прикол? Как там у вас дела? У подвальной двери нет ручки, блин! Найти, чем сбить доски с окон. Останься в кухне, следи за дверью! Пожалуйста, ты должен помочь мне встать. Мне ужасно больно! Пожалуйста! Пожалуйста, братан! Пожалуйста, помоги! Что ты делаешь? Что? Не бросай меня здесь! Лютер! Пожалуйста, помоги! Что там с Родни? Лютер! Ничего. Зачем ты врешь? Иди лучше найди девку и пацана. Грохни их обоих, чтобы мы могли свалить отсюда! Хорошо. Huh?
это не надо. Где Лютер? Забирайте, что хотите. Где Лютер? Он в подвале, в самом низу лестницы. О, боже! Пожалуйста, отпусти Эдриана. Эдриан, я знаю, ты напуган, я тоже, но... Ты заплатишь за то, что сделала со мной, тварь! Да ну нахрен! Эдриан, ты не ранен? Не бойся, малыш. Чего тебе надо? Скажи мне, чего тебе надо? Эдриан, теперь здесь безопасно. Можешь выходить. Выходить из этого дома. Эдриан, у нас нет времени играть. Тебя не спасет! Они ведь не из наших!
нашего мира. Так уж все плохо. Это невозможно. Я возлагала на тебя такие надежды, Энджела. И Эдрину ты понравилась. Отпустите нас, пожалуйста! Твоя мама работала у прежних жильцов. Их дети любили ее очень сильно. Но, к сожалению, когда она узнала правду... Что ж, я понимаю, почему никто не смог ей поверить. В том числе твой отец. И она убила себя. Она думала, та семья была одержима. Развесила здесь кучу распятий. Как примитивно. Демоны, одержимость, призраки. Так ваш вид все время пытался объяснить наше присутствие. В каком смысле ваш вид? Кто вы на самом деле такие? Там, откуда я родом,
Молодые особи должны проходить этап взросления в более примитивных мирах, чтобы такие вещи, как... Эти. У нас такого не случается. Они здесь, пока не научатся контролировать себя. Значит, вы... Скажем так, мы являемся причиной существования у вас проклятых домов. И регулярно в них возвращаемся. Вы, люди, так и ждете, что в таких домах случится что-то подобное. И это дает нам некую свободу действий. Но я видела свою маму! Ты думала, что видела? У людей такое богатое воображение. Зачем вы мне это говорите? Эдриан хочет, чтобы ты пошла с нами. Пошла с вами? Эдриан чуть не задушил моего отца, и он убил многих людей. Эдриан не убийца. Он просто защищал тебя. Так же, как ты защищала его. У нас не так много времени. Если ты останешься, тебе никто не поверит. Никогда. Ты вспомни, что было с твоей мамой. Я не могу. Вы вообще закончили играть в шарики? Я говорила Эдриану, что он, наверное, тебя пугает, но... Мальчишки, они есть мальчишки. Энджела, встань. Нож. О, мы почти приехали. Думаю, тебе там очень понравится. Очень-очень. Амитивиль, 14 миль. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственной технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Парадис» в 2016 году.